Привет, друзья! Спонтанное видео, совершенно не хотел его снимать, ну, даже не планировал, но обстоятельства, так сказать, вынудили. Приступим к сути. Недавно я проводил розыгрыш Мьёльнира на Вайда, и в этом розыгрыше победил, сейчас посмотрим, вот этот вот чувак. Ну, я попросил, чтобы он написал мне в ЛС в группе, да, он это сделал, естественно. И далее началась интересная история. Я смотрю, что этот парень, как бы, непростой парень, он до этого уже мелькал. Так сказать, у меня на глазах, вначале в положительном аспекте, в положительном ракурсе, он мне писал, что он мой самый лютый подписчик. Это был один из первых моих подписчиков, который мне начал писать в ЛС. Ну, в ЛС в Стиме на данный момент, еще ВКонтакте пишут, да и вообще везде, в общем, не важно. Главное, что он написал мне, что он лютый подписчик. Но через 2 недели что-то сдулся, чувак, и уже в Ютубе мне пишет, что я якобы его наебал. Я проводил розыгрыш, дело в том, что это был розыгрыш на 222 подписчика, довольно-таки грандиозный розыгрыш, там разыгрывалось 3 компедиума и 3 24-х левела на этот же компедиум, и Фавор не победил в том розыгрыше, и, видимо, завидуя победителям, и мне, начал на меня клеветать в комментариях Ютуба. Ну вот, допустим, один из его комментариев, остальные он удалил уже. И самое интересное, что в следующем розыгрыше он победил уже на самом деле. На самом деле победил. Вот так вот судьба сложилась. И, друзья, мне важно знать, что с данным человеком делать. Отдавать ли ему приз или не отдавать. Побудьте, пожалуйста, активными участниками моего канала и в комментариях напишите ваше мнение по этому вопросу, что с этим человеком делать. Возможно, сделать перерозыгрыш этого приза, или же отдать ему его приз. Напишите в комментах. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал. Следующие видео я буду посвящать фишкам Dota, CSGO, нам интересным. Ну и самое главное, естественно, заработку в Steam, друзья. Удачи, подписывайтесь, пока!